Всем привет! Сегодня обзор ножа модели Резчик, но Резчик он только наполовину. Есть такой в моей коллекции нож. Модель называется Резчик. Это нож из набора члена клуба Кейс за 2001 год. А конкретно нож юного члена. Рукоятка из кости цвета зеленый мох. Кстати, то, что это нож члена клуба, не значит, что его сложно купить. На eBay можно найти при желании, не такая это и редкость, учитывая количество коллекционеров в клубе. Шильдик клуба. Членский номер на больстере. Больстеры тут, кстати, не скруглены, как обычно, а такие вот угловатые. Шелкография на клинке. Тут не три клинка, как обычно, а два. Поэтому и называют эту модификацию резчика полурезчик или half-whittler. Клинки складываются и располагаются плотно друг к другу. Делают эту модель на основе 83-й модели. Ссылку на ее обзор дам в описании к этому видео. Этот же номер стоит на клинке. Вот сложные клинки. В целом, интересная модификация и есть у многих коллекционеров. Но тут, конечно, из-за того, что убрали один клинок, модель не стала чем-то радикально отличаться. Но факт ее наличия имеется. И хорошо иметь такой нож в своей коллекции. Всем спасибо, кто посмотрел. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. До новых волнующих встреч!